Дед Мороз страшный. Дед Мороз страшный, неспешно едет. Спешить ему некуда. Весь год впереди, 2017. Не, ну конечно, четвертую надо будет сейчас включить. Не все ж на третий. О, вот так пойдет. 60-65 сейчас Дед Мороз оленя своего разгонит, четырехцилиндрового. Вот так вот. Сегодня 1 января. Дядя Володя страшный вещает вам из-под бороды Дед Морозовой. Все у нас хорошо, все идет по плану. Начинаем заниматься сборкой нового сухарика на базе рамы Юпитера 3, подаренного, значит, вилка ЧЗ. Спереди, сзади маятник будем варить самодельный из Original Spa плюс добавка. Original Spa мне уже обещали 16 человек подогнать, но будем надеяться, хотя бы один из них подгонит. Ну, не подгонит, ничего страшного. У дяди Славы куплю за 500 рублей, делов-то. Вот такие пироги. Но дело в том, что о подгоне видосик можно было снять, а о покупке у дяди Славы снимать-то нечего, уже все сказано. Крахобор, одним словом. Всем спасибо, всем пока. Дядя Володя страшный, без очков. Ну, вот такие пироги. И почему у вас борода и косы? Хуй с ху.